Так, наша красавица Луна, 5.06 по Киеву, 4. Августа 2020 год. Птички-невелички, смотри, как красиво. Антуража добавляют. Аристарх, по тебе мы сфокусируемся, или редкость наведем? Нет, уже не наведем, уже слишком плотные слои атмосферы. Все уже размыто. Ну, по-моему, все равно красиво. А где у нас не размыто? У нас сейчас на Венере не размыто. Где Венера? Пошли пока на Венеру посмотрим. Пока все ниже опускается. Смотри, какие тут красоты. О, елки-моталки. Лянь, я даже и не... обратил внимание, на Венеру хотел смотреть. Вон же у нас солнышко встает. Смотри, какая ляпота. Да, за облаками это, конечно, выглядит феерично. Боже мой. Чудовище какое-то выползает из-за горизонта. Вот это искажение, надо же. Ты посмотри. Атмосфера плывущая искажает диск Солнца. Во что он превращается? Во что-то ужасное. Страшно. Ты посмотри, какая краса. Ну, красиво. Квадратное солнце. Ну, видно, да, что плывет эта атмосфера. Вот эти вот. Это никакие не протуберанцы, конечно. Это именно колебания воздуха земного. Надо же, как интересно. Такого я еще не видел. Ну вот отсюда это уже просто круглое обстоящее солнце. Только 125-кратное увеличение дает нам возможность на эту. Ох, ладно, не буду я жечь матрицу. Очень любопытный эфир. Где Венера? Венера, я тебя вижу. То есть уже солнце встало. Ну, встает хорошо. Незавершенное действие. А Венера, вот она. До сих пор и видно. Видно, с какой стороны ее солнце освещает сейчас. Сегодня ночью Марс так ловил. Марс был тоже вверху. И попробую прицелиться в такой раскорячке, находясь. Вот она Венера. Видно ее фазу.
Видно, как она поднимается над горизонтом. Слушай, просто прекрасно получилось поснимать. Солнце, Луна и Венера. Но Меркурия не снял. Меркурия недавно мне попался в кадр наконец-то. Месяц за ним охотился. Так, пошли быстренько смотреть на уже садящуюся. Так, увидели, вон солнце. А вот луна. Не, на пейзажи обращаем внимание, потому как, ну, тут безумно красиво. Я не так, чтобы большой любитель природы, но тут и должен отдать должное. Извиняюсь за тавтологию. Просто рельеф великолепный. Ай. Зелень вся эта. О, птички как на фоне луны, очень знатно. Не знаю, в окуляре классно видно. На мониторе может будет похуже, но там уж... Да, уже даже сложно навестись. Фотоаппарат наводится на птичек. Луна для него слишком... Мутный объект за таким-то слоем земной атмосферы. Неудивительно. Посмотри только, какая у меня тут красота. Комар сел на пульт управления. А? Сейчас проводим уже луну. В общем-то, вся идея сюда приехать была именно ради того, чтобы посмотреть увеличение 125 крат. И в городе, в постройках просто невозможно на фоне какого-то здания, ну, объекта, размеры которого известны, заметить, как садится. В принципе, здесь невозможно. Тут километра, наверное, сколько? 3 до этих зданий. 4. Нужно еще более удаленный объект. Чтобы этот домик на фоне луны выглядел как щепочка. Вот тогда будет знатно. Надо пока так. Будем считать, что сосредоточились на пейзаже. Ладненько. Да, оно уже слишком мутное, даже не видно, как двигается движение относительно. Не совсем чистое у нас сегодня небо. А здесь, смотрите, ров какой вообще. Там же кто-то живет. Ну, я имею в виду медведи или что-нибудь в этом духе. Надеюсь, никаких партизан со Второй мировой там не осталось. Так, поселок Жуковского. О, мое бывшее место работы. Так, это общежитие ХАИ. Там у нас Шерлд. Я удивляюсь, как на такой... Просто феноменально красивые горки с такими пейзажами колоритными. Никто себе не забабахал какой-нибудь домик еще до сих пор. Что-то к
кривовато. Сейчас я штатив немножко убираю. Вот так вот. Так, это у нас церковь на героев труда, да? Храм. Смотри, какие прям пейзажи, как с картины. Ну вот картина маслом. Художника, какого художника? Так, солнце не будем. На солнце не будем смотреть. Смотрим на вот эти вот реки тумана. Я только что там ехал, это смотрится вообще знатно. Едешь посреди тумана мимо таких же ежиков. То там, то сям торчат какие-то деревья, пни. А вот это, смотри. Разве не прелестно? Ти-дин. Вот в одном кадре просто стоит оставить. Резкость. О, глянь, это сюр какой-то. Так, а это опять. О, а это церковь царицы Тамары, 100%. И пятихатки. Это я их снимал с окружной от дома. А теперь другой ракурс. Ну, я, конечно, гораздо ближе теперь нахожусь. Там было 10 километров расстояние, тут значительно меньше. Все, луна ушла. Нет, не ушла. Вон она, ты представляешь? Наверное, даже не будет понятно, что это луна. Смотри. Вообще. То есть тонет огромный какой-то корабль. Как в фантастических фильмах показывают. Встает какое-то третье солнце над планетой. Ладушки. И огромные длинные дубли. Весьма, по-моему, удачные. Я же не забыл на кнопку рэп нажать, нет? Даже не знаешь, на какой картинке лучше всего остановиться. Ну давай вот так вот, это будет супер. Эклектично. Грунтовая дорога, елочки, иголочки, березки. Чигиря и Салтовка. Крупнейший жилой массив Украины. Очень эклектично. 5:20 по Киеву, в Харькове. 4 августа 2020 год. А я пока буду, наверное, снимать тут пейзажи, пока у меня батарея не сядет. Уж больно тут все красиво.